Всем добрый вечер! Сегодня мы разбираем новогоднюю песенку «Колыбельная медведица» из советского мультфильма «Умка». Кстати, а вы знали, что имя «Умка» — это производное чукотского слова «умкы»? Так жители Чукотки называют самца белого медведя. Так что название говорит само за себя. Поем песню про белого медвежонка. Точнее, белому медвежонку. Вдруг вы не знаете эту песню? Я ее вам сейчас сыграю, то, что мы будем разбирать. Если вы хотите перейти сразу к разбору, то перейдите по ссылке в описании к этому видео. Нет куплета или припева, все идет сплошняком, поэтому мы разделим нашу мелодию на три фразы. Первая, вторая и третья, которая будет практически дублировать вторую, за исключением маленького окончания. Итак, первая фраза. Начинаем с нотки до. В этой фразе у нас будут задействованы две соседние клавиши. Поэтому будем играть двумя соседними пальцами. Вторым, указательным и средним. Поехали. От нотки до. Соседнее ре. И теперь скачок через три. Еще раз попробуем вместе. До и ре. Две соседних клавиши. Вторым и третьим. Три, четыре. Итак, мы прыгнули на нотку ля, через три у нас нота ля получилась, третьим пальчиком, средним, на ней же и остались. Теперь вторая фраза, тоже будет на двух соседних клавишах, наша ля, на которую мы прыгнули, и нижняя от нее, соль. С этой соли мы и будем начинать, и снова будем играть вторым и третьим. Итак, начинаем с нотки соль. Следующая нотка через одну. У нас будут теперь чередоваться ноты через одну. Наша соль, к которой мы пришли, и нота ми. И все подряд вниз. Теперь через одну фа. Между ней ми. Снова через одну вниз. И между ними ре. Еще раз. Вторая фраза. Вместе со мной попробуем сыграть. Вторым и третьим от соль. Три, четыре. Третья фраза. Она будет очень похожа на вторую, но немножко с другим окончанием. Итак, снова от ноты соль. И снова две соседних клавиши. Снова прыгаем через одну.
все подряд. Через одну наверх. Вернулись. Теперь между ними ми. Снова ми. И поднялись в тонику, в нотку фа. Попробуем вместе. Третья фраза. Еще раз от соль. Вот так, коротко мы с вами разобрали всю песню. Давайте попробуем теперь сыграть с самого начала все три фразы целиком. Начинаем от нашей нотки до. Помним, что мы можем не только играть, но и подпевать себе, потому что наша цель — научиться играть эту мелодию, чтобы подыгрывать себе, когда мы поем любимую песню. 3, 4. Если вдруг что-то в этом уроке разборе вам стало непонятно, ставьте видео на паузу, сразу же пишите комментарии к этому видео или к этой записи, и мы попытаемся решить вашу проблему быстро и оперативно. Еще больше уроков разборов ищите на YouTube-канале, где вы можете найти песенки для взрослых, для детей и новогодние снежные песни. Также вы можете следить за выходом новых песен в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, там, где вам удобнее. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своим мнением по поводу этого разбора и пишите свое пожелание, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. И до встречи!